Привет, друзья! Смотрите, вас сейчас познакомят с Натальей. Давайте мы звук с вами проверяем и пойдем смотреть, что же происходит у бренда Фромези. Потому что тут сегодня что будет? Мужская стрижка? Сегодня уже проходит окрашивание красителями безаммиачными Фромези. Это мужское окрашивание. Затем, после времени выдержки, мы смоем краску и сделает наш творческий партнер стрижку. И пока будет краситься модель, я покажу использование одного уникального продукта, который разработала итальянская фирма Фромези. Круто. Так, друзья, напишите, пожалуйста, как вам нас слышно, потому что очень громко. Я на Наталью петличку повесила, и нам нужно понимать звук. Что-нибудь смайлики. Всем привет, привет. Я нахожусь на Трибьюти, называется Трибьюти, правильно? Тренд Бьюти. И сейчас для вас будет Тренд Бьюти, да. И сейчас для вас будем показывать мужское окрашивание и мужскую стрижку. Отлично, все слышат. Поехали. Наталья, рассказывай, давай. Хочу в двух словах рассказать о бренде Фромези. Это итальянская марка с очень большим опытом работы. И на сегодня они предлагают какие-то уникальные совершенно продукты, которые чуть позже мы покажем, как это все работает. Сегодня окрашивание в мужское окрашивание проводит Николай, наш творческий партнер. Он использовал для своей модели несколько оттенков, который сейчас очень актуальны, сделал какую-то такую гремучую смесь. Момент. Видите свет? Так, вот роскошная палитра From Color Eclectic называется от Фромези. Николай взял несколько оттенков. Ну, что было у молодого человека? Молодого человека осветлили до 10 уровня. Ну, мы все понимаем, что это приблизительно такое. Значит, какие Николай взял оттенки? Во-первых, это 9SE. Это смоки грей оттенок на 9 уровне. Это 9PE. Перл также на уровне 9. И Абсолют Колор. Вот смотрите, вот такой наборчик оттенков в одной смеси даст нам превосходный результат. А какая стрижка потом будет у нашей модели? Стрижка будет мужская. Этот вопрос лучше задать Николаю. Да. Сейчас, секундочку. Привет. Меня зовут Николай. Сегодня будет происходить это окрашивание в пепельный цвет. Ну, он не совсем будет пепельный такой, там много смешений, вы, наверное, уже посмотрели. И будет очень текстурная мужская стрижка на основе кроп. А это модно, мужское окрашивание? Насколько это актуально? Это очень актуально. Да, я могу сказать, в пределах МКАД. То есть, где-то в ее... Нет. А почему? Ну, это, наверное, потому что Москва впереди планеты всей. Мы им показываем самые новые трендовые новинки. До регионов даже тоже это дойдет? Конечно, безусловно. Это уже выбор каждого. Например? Секретики? Ну, какие могут секретики? Я больше барбер, конечно, и секретик, наверное, все-таки в работе. Я не могу рассказать, я могу показать. Да. Конечно, я все буду объяснять, все буду рассказывать. Да, конечно, безусловно. Пожалуйста, Наталья расскажет Наталья, все. Еще раз, Наташа, чем окрашивали? Нет, мы использовали только, я показала уже, какие оттенки мы использовали. Дальше мы добавляли активатор 10 волюмов, 3%.
несмотря на то, что продукт безаммиачный, но активируется он все равно перекисью водорода. Это естественный момент. Но, опять же, хочу немножко сказать об эклектик. Что такое эклектик? Это безаммиачный краситель на основе капсулирующего комплекса. Что такое капсулирующий комплекс? Это сочетание жирных кислот, витаминов, антиоксидантов, которые, по сути, создают вокруг волос очень тонкую полимерную пленочку с оттенком либо без. Оп. Извините. Раз-раз. Вот. По сути, продукт, который мы используем, он создает вокруг волос легкую полимерную пленку, которая обволакивает... Так, друзья, дайте обратную связь по звуку. Горит, все горит. Включено, да. Все включено, да. Итак, я начну заново. Чем ваш краситель отличается от других? Очень интересно. Наш краситель Eclectic from Azy. Он не то, что отличается от других, он просто другой. Он, во-первых, итальянский. Во-вторых, он на основе капсулирующего комплекса. Капсулирующий комплекс – это сочетание нескольких активных ингредиентов, которые помогают создавать вокруг волоса защитную полимерную пленочку. В этот капсулирующий комплекс входит несколько компонентов. Это жирные кислоты, в первую очередь. Это витамины. Это витамины Е, это витамин H для активного роста волос. И, конечно же, это увлажняющие дополнительные агенты. И все вместе это создает уникальную текстуру, будем так говорить, именно на волосах. Очень превосходный блеск. Нет, это именно окрашивание с уходом. И после этого окрашивания волосы приобретают очень интенсивный блеск, восстанавливается уровень увлажнения в волосах. И, конечно же, этот продукт не содержит ППД, так называемых, да, то есть это компоненты, которые раздражают кожу головы во время окрашивания. Не будет щипать и не будет пахнуть. Без запаха и совершенно. Можешь, кстати, подойти. Мама не хочет быстрее. Вот, кстати, да. Нету резкого запаха. Он легкий, приглушенный, очень, какой-то приятный, очень мягкий, я бы сказала. Да. Совершенно без запаха, комфортной гелевой консистенции. Можно смешивать в шейкере, наносится большими участками, большими блоками, очень легок в применении, и время выдержки 20 минут. Это максимальное. Минимальное для мужских окрашиваний, либо для тонирования седины. У нас, кстати, для тонирования седины есть прекрасная палитра. Для тонирования седины это тоже. Это как раз Smoky Grey. И да, для тонирования мужской седины достаточно 5 минут выдержки, ну, в некоторых случаях 10. И после этого седина немножко тонируется и тем самым перестает блестеть, и приобретают волосы очень хорошую такую жизненную, такую активную позицию. Они блестят, они ухоженные и слегка притонированной сединой. Да. Что вы брали для мужского окрашивания? Для оттенки какие, да? Я показывала уже. Мы брали, сейчас секундочку, я сюда положу. Поддержите? Да, конечно. Спасибо. Мы брали оттенок 9SE из палитры Smoky Grey. Затем мы взяли оттенок 9PE из перламутров. P это перламутр, а E... перламутровый эффект. Вот здесь вот так вот очень деликатно производитель подошел к обозначению, да. Но для удобства, конечно, здесь есть и цифры. Цифровая аббревиатура, к сожалению, здесь на палитре нет, но у нас немножечко отличается от итальянцев. И еще такой, как, так скажем, в эту смесь мы добавили немножко нашего чудесного фиолетового эффекта. Буквально несколько сантиметриков. Просто, да. Чтобы понимать вообще. Да. Пожалуйста. Так.
А сейчас я бы хотела еще, пока наша модель красится, я бы хотела... А эмульгацию делали? Нет. Мы нанесли полностью сразу от корней до кончиков, потому что, опять же, капсулирующий комплекс работает одновременно сразу. То есть здесь не нужно наносить сначала на корни, наносить на длину. Этот продукт, поскольку он не содержит в себе никаких, точнее, простите, не то, что никаких, поскольку продукт безаммиачный, да, он не осветляет. У него нет способности осветлить или поднять даже на полтона. То есть он, этот продукт, эклектик от Фромези, работает тон в тон. То есть максимум можно притемнить до 2 тонов. Потом просто это не актуально. И нет той насыщенности цвета, которую как бы желаем. Все, понятненько. Сколько ждать еще? Все, мы уже смываем. Вы уже смываете. Как-то специально надо смывать или? Конечно. Да, специальными средствами. Для этого у Фромези есть целая программа, которая называется Фромези Color Method. Да, а что это такое? Во Фромези Color Method входят продукты, которые используются как до окрашивания, так во время окрашивания и после окрашивания. Это не только шампуни, это, во-первых, крема защитные, которые предохраняют кожу как от окрашивания, так и от раздражения в том числе. Это, конечно же, сегодня у нас только в наличии шампунь из этой серии Color Method, шампунь Go на кислой основе, смывает остатки краски и нейтрализует химический процесс. Это очень важный момент. Вторым нанесением Николай будет использовать лосьон PostColor, очень кислый, pH 2,5, будет распылять на кожу головы для восстановления после химической процедуры и, естественно, попадет на волосы. Но это увлажнение получается, да? Нет, это не увлажнение. По сути, это запечатывание молекул краски внутри волоса. Поняла. А вот. Почему на кожу головы тогда? Поскольку очень кислый pH, все равно, нет, начнем так, несмотря на то, что окрашивание безаммиачное, все равно красящая смесь, она имеет очень высокий, ну не очень высокий, там уровень 9 щелочного окрашивания, да, поэтому для того, чтобы нейтрализовать щелочное воздействие, мы, во-первых, используем шампунь, вот Николай как раз использует шампунь. Очень хороший плотный продукт. После этого он будет использовать лосьон PostColor, который также еще, во-первых, запечатает молекулы пигмента внутри волоса и немножечко прикроет чешуйки, да, после окрашивания именно щелочного. А на кожу головы этот продукт будет действовать нейтрализующим образом. Пишет в составе МИА? Где? Ну вот, наверное, вот и в этих продуктах. Аммиака нет. Миа, что такое? Миа. Да. Нет, миа у нас находится в другом продукте, который называется FromColor Glamour. Это краситель коммерческой, такой ready to wear, да, то есть это прет-а-порте, так скажем. Вот. Ну, сегодня про него не будем, приходите к нам на мастер-классы. И вот этим вот мы закончим. Да, и не смывая вот этот PostColor, мы будем наносить маску Color Method. И выдержим буквально 1-2 минутки для полного восстановления и насыщения всеми необходимыми кондиционирующими компонентами волос. Ну давай посмотрим. Да. Пойдемте. Вот. Сейчас Николай обрабатывает и волосы, и кожу головы. Это наш Color Method. Color Method – это серия специальных средств во время окрашивания, до окрашивания и после окрашивания.
по сути, да, остановка химической реакции, останавливается химическая реакция. И завершение, да, и завершение, полное кондиционирование. Сверху наносится маска Color Method, которая как раз таки и восстанавливает естественный pH как кожи головы, так и волос. Совершенно верно, совершенно верно. Совершенно, как будто бы до процедуры. И это прекрасно. Понятно. То есть вы можете проводить сколько угодно окрашиваний в день, и используя наш Color Method, волосы будут совершенно в естественном виде. Ну, опять же, смотря, что вы делаете. У вас волосы окрашены в формате? Да. Но на длине хотя бы, понятно? Я поняла. Значит, у меня было здесь сложное окрашивание. Меня спросили, как крашусь ли я промези, конечно, да. Странно было бы. У меня по длине, сейчас я покажу. По длине я использовала оттенок Cool Toner на 9 уровне, который нейтрализует золотинку. Ну, как это не удивительно, но они любят очень итальянские женщины золото, яркие медные оттенки, и только русские женщины больше предпочитают, кстати, прохладные. Ну, я... У меня другое мнение на этот счет. Да, друзья, не слышно, потому что кипичка на Наталье. Нет, всегда слышно. Кто задает вопросы, не слышно. Так, ну что, поехали. Посмотрите, что у нас произошло. И теперь мы уже приступаем к встрече? Нет, мы ждем. Мы ждем. А что мы ждем? Мы ждем, но я могу параллельно показать работу еще одного нашего продукта, если будет интересно. Давай, конечно. Отлично. Что тогда я сейчас приглашу модель. В двух словах. Это осветляющий продукт, который не требует смывания. И с помощью этого продукта я могу добавить солнечные блики в волосы уже по готовой укладке, будем так говорить. То есть я знаю, это ваш секретная бомба. Да, да, именно. Отлично. Это давай смотреть, конечно. Я немного сдвину, хорошо? Как вам цвет? Понятно, что через монитор сложно очень оценить оттенок, но... Очень быстро, мгновение ока. Ну, это же как раз таки тренд of beauty. Эффект выгоревших волос, да. Да, значит, во-первых, тот продукт, с помощью которого я хочу это все сделать, это Decolor B Shimmer. Это он. Я знаю, я вам, ребята, уже про него рассказывала, и вы потом все мне даже обратную связь давали, как вам понравилось. Кстати, ребята вам отписались. Да, да. Отлично, Наташа, да. Какой фирмы у тебя очки? Неожиданный вопрос. Вы, наверное, лучше форму сфотографируете, да, если вы хотите приобрести очки в своей бразилии. Какой прекрасно. Сложно сказать. У меня их просто много, и они у меня
прогрессивы. Короче говоря, да. Так, прежде чем работать с моделью, я, во-первых, хочу... Всем привет! О, Николай начал. Я делаю стрижку текстурный кроп. То есть это на основе стрижки кроп, более там прямая челка, но очень текстурная. И какими инструментами все-таки делается эта стрижка? В основном, конечно, это ножницы. Но, безусловно, для того, чтобы не было никакой прямой линии, я должен использовать бритву. Бритва для стрижки. Бритва для стрижки помогает сделать неровную линию. Можно на Николая? Угу. Я начну с пробирования. Затылочной зоны с центра. Оттягиваю прядь параллельно полу и простригаю бритвой, как будто я рисую букву S. Таким образом у меня появляется очень-очень текстурная неровная линия. Вывожу вертикаль, и самую последнюю прядь я не трогаю. Ориентируюсь по ранее простриженной пряди и проделываю то же самое. Все оставшиеся пряди на макушке, на затылочной зоне, я подтягиваю к центру. Для того, чтобы у меня было удлинение... Ну, к лицу, к ушам. Николай. Да. Есть только один момент. Мы сейчас делаем знакомство, ну, как минимум для онлайн наших зрителей. И хотелось бы сказать, то есть это один из таких, одна из стрижек, которая определяет стрижку в формате. Да. Вот. А с челкой происходит то же самое? С челкой то же самое. Она тоже будет неровная. Ну, как линия будет ровная, но текстурная. Но это будет запросто. Мы узнаем, что же, в чем секрет, во-первых, окрашивания мужского. Об этом мы узнаем в Наталье, что же такое мужское окрашивание, вернее, средство в формате для окрашивания. Это мы пока буквально несколько секунд, мы пройдем всех по сортируемся и вернемся к вам для более детального углубленного изучения вашего брата, вашего товара, вашего продукта, таланта. Вот. Итак, а те же мои товарищи, вы видите дальше, я смотрю, что здесь не просто полный воздух, здесь... Ты нам сейчас секунду найду. Итак, оформляю пока что краевую зону, делаю некий фейд. Делаю такой некий переход, и мне нужно оставить волосы вот по пробору. Я тебя буду крутить постоянно, так что ты поднимай ноги. Где мы еще подстрижем? Да. Мы будем стричь уж все волосы, естественно. Но пока что мы оформляем краевую по периметру. Это будет некая типа как бы рваная шапочка, которая вот дальше волосы будут уходить на удлинение, то есть закрывать то, что мы простригли. Я уже... А давай мы отодвинемся. Вставай.
садись. Давай. Да. Давайте сделаем следующее. Ну, это не ко мне вопрос, но честно говоря. Ко мне только творческие моменты. Итак, я подготовила небольшое количество шиммера. Смотрите, он достаточно жидкий и похож на водичку. Для работы с шиммером есть специальная кисточка-спонж, с помощью которой я буду, во-первых, хорошо прорабатывать прядочки, которые я хочу осветлить, потому что все-таки обычной кисточкой это наносить не получится. Но у нас, я могу сказать, такой лайфхак, да? У нас некоторые мастера используют подобные спонжи из художественных магазинов. А есть там? Да, да, да. Так что, если хотите, можно. А я думала, спонж, которым посуду моют, нет? Ну, это же тоже мой спонж. Ну, можно и посуду помыть, но только будет не очень хороший результат. Все-таки нам нужно точечное нанесение. Нам нужен хороший результат. Да. Также для работы с шиммером мне потребуются, во-первых, перчатки. Метод выделения прядей какой угодно, какой захотите, потому что у каждого мастера есть свои какие-то определенные фишечки на этот счет. Я хочу сделать просто эффект слегка подвыгоревших волос, причем добавить их текстурно и внутрь тоже немножко. Вот. Также для работы с шиммером мне еще понадобится рабочие щипцы, причем нагрев я поставила для натуральных волос 180 градусов, но для работы с шиммером это максимальная температура. Для работы с этим продуктом нужно настраивать щипцы от 160 до 180 градусов. Конечно, есть ограничения. Есть ограничения, что мы не рекомендуем применять шиммер на модели Николая. Почему? Потому что волосы были уже осветлены, и достаточно они тонкие, мы тоже можем это обратить на это внимание, поэтому очень с осторожностью. Но, в принципе, шиммер может применяться как и для натуральных волос, как у нас сейчас наша модель, так и для окрашенных волос. Но, опять же, нужно всегда смотреть, какая текстура волос и в принципе, структура, поврежденная либо нет. На поврежденную структуру лучше не использовать, потому что, ну, могут произойти всякие сложности. Привстань чуть-чуть. Стайлером проработать волосы? Нет. Нет, не буду. Я просто видела, что... Да. Что, всем разобрать? Я думаю, что я возьму сейчас небольшое количество прядей. Это мы уберем. Хотя нет. Хотя может быть и вот это. Да. Значит, ту прядь, с которой вы работаете, вы резервируете с нескольких сторон, дабы не попали волосы другие. Всем ухаживаем за волосами, за ногтями, за лицом, но никогда не говорим о профессиональном. Я специально взяла такие модные голубые зажимы, чтобы было видно. Да. Вот. Итак, я чуть-чуть отсюда. Да? Надела на свою модель защитный козырек, потому что лицо и кожу лучше защищать. Может быть небольшой ожог, поскольку все-таки это активный кислород, и он начинает работать там, где есть вода. Поэтому работаю тоже в перчатках. Значит, выделила свою прядь. Сейчас, секундочку, еще раз я ее хорошо выделю. Так. Да. Потом беру небольшое. Ай!
сейчас. Нет, мы сейчас вот так сделаем. Держи. Вот. Берем небольшое количество шиммера. Немножко сбрасываем. Наносим. Достаточно хорошо и плотненько наносим, чтобы волосы были все хорошо обработаны. Клиенты иногда очень пугаются последующих звуков, но это нормально. Но мы им сейчас все расскажем. Мы все расскажем вам, ребята, а вы уже расскажете все клиентам. Смотрите, друзья, у вас есть уникальная еще возможность розыгрыш трех подарков. Как мы любим подарки, да? И подарки от бренда Прометти. Что надо сделать? Надо подписаться. Аккаунт собачка Прометти.ру. Отметить двух своих коллег в последующем посте. И следующим образом выберут победителя. Это в ближайшее время, да, выберите. А теперь смотрим. Сегодня, да? Сегодня выберут победителя. У вас есть возможность выиграть подарки. Так что заходите на аккаунт Прометти.ру, подписывайтесь на аккаунт, пишите двух своих коллег под последним постом и участвуйте в розыгрышах, мы же любим. Да. Нет, запаха нет, потому что я уже знаю этот продукт, я уже вам его показывала. И сейчас мы находимся в большом пространстве, а я показывала его прям в закрытом пространстве, и запаха не было. Я сама там присутствовала и вам это все рассказывала. Ну, в любом случае есть все-таки небольшая отдушка, это естественно, она очень деликатная, да, и нет такого, что «а, боже мой, что там такое происходит». Голова не кружится, и все, при том, что я очень восприимчива к запахам, очень для меня... Шиммер, осветляющая способность шиммера до двух тонов. Сейчас вы видите, что в принципе один тон у нас есть. Сейчас я обработаю еще один раз. Сразу предвижу вопросы, сколько раз можно наносить. Но мы не рекомендуем больше двух нанесений на одну прядь все-таки, потому что не нужно забывать, что это осветление, и осветляющие процессы идут так же, как и с классическими продуктами для осветления. Вот испарения не раздражают? Нет. Потому что запаха нет, испарения, но вот я только видела их, когда вот проходилась утюжком, все. Да, да, испарение, естественно, потому что это все-таки жидкая консистенция, и мы работаем утюгами больше 100%, 100 градусов, это нормальная вообще реакция физическая. И сейчас будут модные блики. Потому что, в принципе, вот наши модели голову, за сколько по времени, если бы она пришла в салон красоты, за сколько бы мы ей сделали модные вот такие вот блики, выгоревшие, я не знаю, у меня Калифорния мне напоминает, да, вот что-то вот такое вот. Но вы видите, насколько это быстро? Это очень быстро. Это очень быстро. И прям реально видно. Очень видно, хорошо. А как же выбирать мастеру вот именно те полосы, которые надо осветлить? Это какой-то схем надо рисовать? Ну, это также, во-первых, шиммер предназначен для работы уже по готовой укладке. Шиммер-продукт предназначен для работы по готовой укладке. То есть вы уложили клиента, вы его прежде покрасили, подстригли, все красиво. И вдруг хочется сделать один маленький светлый акцент. И вы берете шиммер и по готовой укладке делаете. Но это около лица, да, какие-то вот такие? Конечно, конечно. Очень многие наши клиенты говорят, нам нужно... Я впереди вижу, сзади не вижу. И мне вот здесь нужно. По составу, по осветляющему, по горячим утюгам проходим. У нас получаются вот такие блики. Реально. Можем? Можем сразу, кстати? Конечно. Все отлично. А я думаю, что и видно, что они вот блестящие. Друзья, живые волосы, я трогаю их, вот здесь вот стою, в принципе... Ничем не хуже, на, потрогаю.
Не смывается, это надолго. Она же вступает в реакцию с волосом. Да. Осветляющая красивая. Осветляющая. Мы не останавливаем, мы ее выпаривается. Активный кислород здесь работает вместе с дополнительными. Только за счет горячего. Она начинается и заканчивается только под утюжками. И все. Это состав так разработан. Да. Причем осветляющая способность не более двух тонов. До двух тонов. То есть она голову дома моет, и все остается. Так, друзья, сразу вопрос. Так. Здесь вот такой же вопрос, как у тебя, как же остановить выделение? Оно остановилось, когда я убрала утюжки. Все. Да. Так, смотрите, какая красота. Можно после процедуры проводить или тонирование? Можно, конечно, безусловно. То есть мы сначала сделали шиммером, а потом мы можем сделать шиммером пряди, а потом нанести сверху тонирующий продукт, выдержать, пойти смыть без проблем. Угу. То есть получится у нас такие некоторые пряди будут чуть-чуть другого цвета, посветлее. Да, совершенно верно. Так, это на основе перекиси? Нет, не на основе перекиси, это на основе, ну, там сочетание, скорее всего, сочетание небольшого процента перекиси и активный кислород. То есть здесь я бы, честно говоря, не стала бы углубляться в физические процессы, просто единственное, что нам, профессионалам, нужно знать, что, по сути, активация этого продукта происходит непосредственно под полотном наших щипцов. И все. И заканчивается тут же. Заканчивается именно благодаря испарению продукта. То есть волосы высохли, реакция закончилась. Все. Наташа, а если клиент пришел к тебе еще раз, ты сможешь сделать повторно вот этот шиммер? С осторожностью. Поэтому я говорю, в самом начале моего, так скажем, небольшого маленького мастер-класса я сказала о том, что есть некоторые ограничения по нанесению. Это волосы с поврежденной структурой. Вот. И, конечно, нужно понимать, что если будете вторично наносить на эти волосы, на вот эту прядь шиммер, то это уже будет прядь осветленных волос. Понимаете? То есть уже всегда, повреждена. Да, да, уже она немножко, но повреждена. В любом случае, осветление уже состоялось. Вот. Ребята, что это кератин? Нет. Нет, это не кератин. Это не кератин. Это осветляющий лосьон шиммер Decolor B группа. Так, у вас есть возможность выиграть 3 продукта от бренда Promezy. Заходите прямо сейчас. Promezy.ru аккаунт. Последний пост. Отмечайте 2 своих коллег, парикмахеров. И вот эти подарки? Да ты чё? Что? Это же стайлинг. Потом стайлинг это же очень, очень крутые стайлинг. Я вам показывала презентации. Они не липнут. То есть вы ими мажетесь, они потом вот так вот сильно не прилипают. И вы потом можете брать инструменты. И у вас руки не прилипают к инструменту. Правильно говорю? Вот. Потому что я была на презентации, мне это впечатлило. А что это за номера? Это разные? Все, супер. Вот эти вот подарки вы можете выиграть. Заходите на аккаунт Promezy.ru, быстрее под последним постом отмечайте 2 своих коллег, и сегодня будет розыгрыш на аккаунте Promezy. Да, поехали дальше. Следующую прядь я осветляю. Какой утюжок можно использовать? Кстати, вообще любой, на котором есть разницы? Градация температур. Ага. Потому что, еще раз повторю, шиммер работает с температурами от 160 до 180 градусов. Но это у нас не ультразвуковой путюжок, да? Это нет, вот обычный совершенно, нет, это, который это, мы укладываем волосы. Да. Ой, я его так долго уже использую, не, что не он важно, уже. Не важно. Обычный утюжок, обычный у которого утюжок. 180 градусов. Да, да, да. Конечно, смотрю, конечно, да. Ну, вот представьте, во-первых, у нас мокрая прядь, да, и нам нужно, чтобы каждый волосок... То есть предварительно мы должны прядь намочить, чтобы... Шиммером? Состав. Нет. Правильно понимаю, сам шиммер, он сам влажный. Вот, смотрите, сам он материал, видит? Да, да, он влажный. И вы наносите... Сцепление утюжков, правильно? Да, да. Что такое это?
итальянцы, фрамези. Подписывайтесь, да. Безопасно. Ну, ну, наверное, год уже, если не больше. Мы были первые. А другая компания параллельно выпустила, если вы итальянцев имеете в виду. А? Если, допустим, мы делаем, а зачем? Вот в таком. Ну, я не знаю, я читала, да. На осветленные волосы, опять же, осветленные волосы прекрасного качества, такие как натуральные, вряд ли найдешь, правильно? Поэтому очень осторожно. Есть определенные, еще раз повторю, ограничения. Это ранее осветленные волосы, да. Не надо пробовать, потому что произойдет просто распад. Потому что волосы осветленные, мы же все понимаем, они уже имеют немножечко другую внутреннюю структуру, нежели чем волосы просто окрашенные. Вот. Поэтому такой активный продукт на осветленные волосы лучше не наносить. А через какое время можно повторить процедуру? Ну, в данном случае я бы для своей модели бы предложила бы, если ей понравится тот рисунок, который я ей сделаю, я бы предложила ей повторить через несколько месяцев на прикорневую зону. Либо если вы выбираете штопки, либо какие-то тоненькие пряди, здесь самое главное петляющий наш подосветляющий утюжок. Так, это мы делаем на чистые волосы, правильно? Да. То есть, по идее, мы бы уложили укладку. Со стайлингом, да. Мы бы уложили со стайлингом укладку, угу. И дальше прошлись бы, осветлили в этой укладке какие-то пряди. Совершенно верно. Да, совершенно верно, сделав светлые акценты там, где пожелает клиент, либо там, где вы сами считаете нужным. Потому что очень часто бывает, что и цвет красивый, все, но как-то скучновато. И вот хотелось бы вот буквально изюминка, там, либо полтона, либо один тон, буквально вот прядочка, одна прядь у лица, да, может кардинально исправить положение. Да, значит, осветлять потом эти пряди можно порошком? Так же, как осветленные волосы. В принципе, то есть это нужно расценивать после обработки шиммером, нужно вот эти пряди расценивать как осветленные пряди. И, соответственно, все правила работы с осветленными волосами тоже учитывать. Друзья, тренд Рамези. У вас есть возможность выиграть вот эти вот потрясающие подарки. Что надо сделать? Подписаться на Рамези.ру аккаунт. И в последнем посте отметить двух своих коллег, мастеров. И вот эти вот волшебные стайлинги, я о них уже рассказывала, когда они у меня падают. У вас есть возможность их выиграть. Где-то моя. Да, клиенты у нас такие. Скажите, клиенты наши неоднозначны, сегодня так хотят, завтра так хотят. Это точно, это точно. Но зато вы всегда можете дать им какой-то изюмин, что-то такое уникальное, что, допустим, не даст клиент в соседнем салоне. С какого уровня работает? С любого, но максимальное осветление до двух уровней. Можно использовать на черные волосы, соответственно, вы получите третий уровень. Можете использовать там на, ну, с любого совершенно, но просто учитывайте, что максимальное осветление будет до двух тонов. И все. Николай, Николай. Николай. Да. Не видел одноразовое полотенце? А, взял, да? Ничего страшного. Мне просто под. Что в составе? Читайте. Вопрос какого характера? К чему это? Что является осветляющим агентом? Активный кислород.
как раз при нагревании выделяется активный кислород, который и способствует осветлению пигментов волос. Да, дважды. Нет, не получится, поскольку максимальное нанесение на прядь мы рекомендуем все-таки где-то два раза, не более, но вот максимум 2 тона. Дальше не получится, здесь не плюсуется. То есть от базового, вот сейчас у нас приблизительно 1.5. То есть максимум мы можем дотянуть до 2. Есть эффект, чем больше греешь, делаешь прядь. Конечно, конечно, безусловно, да, да, безусловно. Но вы знаете, я в любом случае всегда рекомендую очень с осторожностью подходить к созданию, в принципе, светлых оттенков, тем более, когда у нас, как бы так скажем, задействованы уже и электрические инструменты. Рабочая температура от 160 до 180 градусов. Да. Да, в данном случае для натуральных волос я выбрала 180. Так. Да, на окрашенные тоже, но надо смотреть по структуре. Если структура волос не поврежденная, то вы можете спокойно, безопасно на низких, условно низких, на 160 градусах обрабатывать прядь. Да? Если, допустим, там... волосы уже поврежденные, то вы уже должны с осторожностью все это забирать. Водянистые, вот водичка. Понятно. Ну это да, это же, знаете, гениальные идеи витают в воздухе. Ну, может быть, наверное, и подольше, все-таки, наверное, дольше, чем год. Ага. Ну вот вы можете как раз таки, вот есть независимый у нас человечек, который может сейчас понюхать и сказать. Да, на меня чуть-чуть. Ну, есть, да, такой легкий специфический, как перекись водорода. Да, да, именно легкая перекись водорода. И все. Ничего такого. Очень большой ассортимент. Я конечно, в разы когда это запаривается пара, все с глазами, все встает в порядке. Ну, согласитесь, я не буду сказать, что не шотная. Я уже качество подключила. Да, это очень важно. Нет, это не вещь. Я слышу... Вещи очень классные в плане того, что да, экспресс. Экспресс, именно да. И для мужских тоже превосходно работает. Буквально несколько прядей в теменной зоне и вокруг лица, и сразу эффект, как будто он приехал только что с теплых стран, с выгоревшими волосами. Очень красиво. Сейчас мы повторим на другой стороне. Сейчас у меня нечем тут чистить мои инструменты, поэтому приходится. А если волосы окрашены в один тон, можно окрашивать их? Конечно. Конечно, безусловно, потому что продукт можно использовать как на натуральные волосы, так и на окрашенные. Основное внимание вы должны всегда уделить структуре волос, то есть их степени повреждения. То есть если волосы натуральные,
то тоже, знаете, натуральные волосы волосам рознь. Вот здесь, допустим, у нашей модели все-таки немножечко слегка так тоже солнышком поврежденный. И, кстати, обратите внимание, как раз вот по поводу солнечных бликов. Вот это естественное солнышко, а вот это шиммер. Похоже на солнечные блики? Похоже. И вот это шиммер. Видите? Похоже, похоже. Но видно, что, знаешь, не химия, а вот как будто натуральный. Очень естественные. А с седыми волосами это работает? А седые волосы осветляют? Не знаю, спрашивают. Нет, не работает, потому что в седых волосах нечего осветлять. Нет необходимых пигментов, которые надо осветлить. Другое дело, если седина, допустим, в процентном соотношении там 60 на 40, либо 50 на 50, такая соль с перцем, конечно, те волоски, которые еще остались натурального цвета, не седые, они, естественно, окрасятся. Белые же седые волосы окрашены не будут, потому что суть шиммера – это осветление на два уровня, не больше. Так, друзья, я рада вас видеть. До встречи. Прикреплю бренд правый. Давай.